суть нашего проекта заключается в максимальной автоматизации всех процессов при организации спортивных мероприятий. Также учет и менеджмент. Что мы имеем на текущий момент? В текущее время мы развивали всего одну сферу, это танцевальное направление. Мы делали танцевальный информационный портал, то есть мы имеем нормальное количество контактов спортивных, хорошую аудиторию, порядка 2500 уникальных посетителей в день. Имеем на экране представлены статистики нашей работы, порядка 45 тысяч зарегистрированных пользователей, мы широко представлены в социальных сетях. На какой рынок мы ориентируемся? Олимпийский и неолимпийский вид спорта. По данным Министерства молодежи и спорта, их достаточно много, порядка 53 видов олимпийского спорта и 97 неолимпийского. Достаточно большое количество всевозможных соревнований проходит, как официальных, которые зарегистрированы в каких-то федерациях официальных, так и неофициальных, которые проводятся на местном уровне. А какую хотим решить проблему? Я уже об этом говорил. Максимальная автоматизация, потому что до сих пор многие соревнования проводятся в полуручном режиме, подаются заявки в полуручном режиме. Если мы говорим о некомандных видах спорта, ну это правда, это сущий ад получается, когда куча заявок на e-mail, через какие-то формы Google Docs и так далее. Это все неупорядочено, это все имеет разношерстный вид. Ну и, собственно, это занимает очень много трудоемкости, времени, соответственно, неэффективно. Счетные комиссии работают до сих пор с бумажными носителями. Результаты соревнований в PDF, доках, что является тоже малоэффективным, то есть мы не можем построить какую-то личную историю, да, личный кабинет, достижения успеха, рейтингов, результатов конкретных спортсменов, клубов, студий, школ и так далее. Итак, что мы предлагаем для наших организаторов? Мы предлагаем некий сервис, который будет состоять из следующих модулей. То есть мы формируем базу данных личной страницы, ID-карт спортсменов. То есть где будет его вся личная профайл, его история всех выступлений, его рейтинги, подсчет результатов и так далее. Автоматизация регистрации на соревнования, инструменты маркетинга, систему e-tickets с предварительной оплатой, как самих участников, так и гостей и зрителей мероприятий. Предлагаем также в наш пакет будут входить прямые трансляции, система судейства на планшетах, автоматический импорт и подвязка к ID-карт наших спортсменов, это результатов соревнований, рейтингов и, возможно, даже финансовая отчетность, если будет такая потребность в деньгах. К деньгам мы для выхода на, честно сказать, мы хотим очень быстро сделать некий первую версию сайта, прототип, да, который будет модифицированный, который текущий есть у нас, а мы просим 25 тысяч долларов на разработку первой версии сайта. Вопросы? Прошу. А вот есть такие вот федерации спорта, ассоциации, да, у которых уже заведенный порядок есть в себе, то они контролируют эти все мероприятия, да? Вот. Вы не боитесь, что они будут против того, чтобы вы у них перехватывали кусок хлеба, инициативы? Спасибо за вопрос. Мы как раз ориентируемся на те федерации, у которых этого нет, поверьте, их много, достаточно много, особенно которые не олимпийские виды спорта, которым не надо четкий учет при присвоении там, разрядов, да, каких-то мастеров спорта, кандидатов. На любительском уровне, да, вы хотите? Ну, то есть есть олимпийские виды спорта, баскетбол, футбол, да, командные виды спорта, у которых действительно все окей, там система отлажена, она на мировом уровне, потому что есть мировые федерации, да, которые спускают ниже. А есть много, ну, в частности, танцы, да, там полный хаос и бардак. Там, где не унифицированы, да? Да, именно так. А помимо этого, мы предлагаем этот комплекс как непосредственно федерациям, да, продавать как SaaS-модель, то есть мы под них там, дорабатываем рейтинги, если им надо какие-то свои, то есть, ну,
системы подсчета, да, то есть адаптация какой-то федерации. Так мы и предлагаем некий сервис для, в принципе, любого, то есть это будет как B2B решение и B2C решение. То есть как бы любой, создавая там поход в боулинг или там какой-то более сложный, да, серию, там, например, олимпиады какие-то проходят между там банковскими сотрудниками, ну, всевозможные, да, вот эти вот вещи. То есть, ну, между организациями бывает, да, играют. Мы просто даем им сервис, они заходят и создают себе события, создают регистрацию, имеют рейтинговую систему и так далее. Спасибо. Вопрос. Я правильно понял, что у вас уже есть что-то, что работает на рынке танцевальном, грубо говоря, и вы хотите это экстраполировать на рынок спортивных мероприятий? Частично. То есть у нас есть на самом деле информационный сайт, которую мы раскрутили. На нем мы делали прямые трансляции, на нем мы делали систему судейства, и на нем есть результат. А вы на нем уже зарабатываете? Ну, скажем так, мы больше зарабатываем на офлайн-сервисах, на данном этапе, чем онлайн. Офлайн-сервисы — это? Трансляции и система судейства на планшете. То есть для вас, получается, этот портал служит инструментом маркетинга вашего какого-то... Да, да. Мы просто очень быстро входим в первую сферу танцевальную. Нам очень быстро нужен, ну, некий прототип, да, некий, первая версия нашего сайта. С уже более расширенным функционалом, нежели он есть сейчас. По системе. Система судейства на планшете уже работает? Да. Благодарим автора. Время для вопроса вышло.